Человек рукомойником. Вот же. Направляемся в сторону Курчатова. Заброшечки тоже есть. При Иртышске. А вообще Курчатов расположен на противоположном берегу от Соснового Бора, будем так говорить. Потому что параллельно идет дорога в Павлодар. Хотя как-то я через Курчатов, по-моему, наш дядь приехал. Непонятно как, надо будет спросить. Навигатор ему показал как-то. Город закрытый, город известный во всем мире, ну, кто интересуется, конечно, этим. И если кому-то интересно, то можете посмотреть сериал «Бомба», очень интересный сериал. Но «Бомба», сами знаете, почему «Бомба», потому что «Бомбу» здесь сделали.